Свинка Пеппа ТВ. Привет, друзья! Сегодня я была в зоопарке, но не в простом, а в контактном. И там я видела павлина. Смотрите, как он распушил свой хвостик. Он такой красивый, с синей шейкой и хохолком. А какой у него хвост шикарный! Вот такой вот веселый у нас контактный зоопарк. Если вам понравилось, ставьте лайки. А еще я видела кроликов. Это маленькие декоративные кролики. Они такие пушистые. У них смешные ушки. И двигается носик. Там были рыжие, черные, белые кролики. Особенно мне понравился белый кролик. Он такой маленький и пушистый. Смотрите, еще там ежики были. Это белые породистые ежики. У них такой животик мохнатенький. И носик черный маленький. Нам дали перчатки, чтобы мы могли взять ежика. Он такой колючий-колючий. У него маленькие глазки и торчащие ушки. Ежик был очень приветливый. Я люблю животных, особенно когда их можно потрогать. Смотрите, смотрите, а вот мартышка. Это мальчик, и зовут его Диего. Он очень маленький и смешной. Он сидел на палочке и смотрел на нас. И даже иногда язык нам показывал. Смотрите, смотрите, какие у него лапки смешные. А еще он глазками моргает. Он очень пушистый, и у него длинный хвостик. А еще острые ушки. Ой-ой, он что-то там высматривает. Интересно ему стало. О, а это хорек. Он очень больно кусается. Поэтому нам не дали его подержать. Но он очень милый. Он был приветлив. Он был приветлив к нам. А еще у него в клетке стоит лоточек. Он такой умный и воспитанный, что даже ходит в лоток. Дорогие друзья, а напишите нам в комментарии, кто вам больше понравился. Кролики, павлин, морские свинки, воробьи, попугаи или мартышка Диего. Мы будем рады вашему мнению. Ух, опять кролики. Их угостили сладостями. Смотрите, они кушают морковку и огурчики. Они проголодались. Дети, если хотите быть умными и здоровыми, всегда кушайте овощи, как эти кролики. Ой, смотрите, смотрите, он морковку кушает. Смешно. Самый голодный рыжий кролик. Он больше всех скушал. А еще я думаю, это видео заслужило лайка и подписки на канал. Правда же? Здесь так весело и интересно. О, смотрите, это морская свинка. У нее нет шерсти, потому что это такая порода. А вот волнистые попугаи. Они тоже проголодались и кушают. А это китайские воробьи. Они весело чирикают и чистят друг друга. Смотрите, какие они маленькие, но хорошенькие. У них оранжевый клювик. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подпишись! Подписывайся на канал!